Спонсор сегодняшнего видоса – онлайн-магазин WhatSet Best Goods. Здесь ты сможешь заказать себе часы с символикой World of Tanks, а также портмоне с гравировкой нашей с вами, безусловно, самой любимой игры. Если сделаешь заказ прямо сейчас, то получишь на халяву кулон World of Tanks. Оплата, кстати, наложена платежом при получении. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят! На связи Грим Оптимист, и в сегодняшнем ролике мы немного поговорим про новую физику и звуки. Я немножко поиграл уже, напоминаю, что я до этого 2 недели не играл в танки, вообще сейчас вот зашел, покатал Леопард, покатал Т-71, и, ну, сейчас я зайду в бой и заодно с вами поговорим на эту тему. Значит, по звукам, как бы, сами звуки мне в целом, ну, не то чтобы нравятся, но отторжение не вызывают, но... Возможно, дело в том, что у меня недостаточно хорошая аудиокарта, там, я не знаю, или еще что-нибудь, но для меня звук перестал в бою быть информативным абсолютно. То есть он раньше-то, конечно, в танках не был, это не Counter-Strike, то есть тут не был звук особо информативным, но теперь я вообще не могу по нему ориентироваться. То есть с тем же успехом я могу просто звук в игре выключить вообще. То есть он мне никак не помогает. Я не понимаю, откуда кто стреляет и так далее. Возможно, это дело именно в том, что, ну, столько лет играли со старой озвучкой, просто с непривычки там и так далее. Но это вот мое первое впечатление мои, что мне не нравится информативность нового звука. Теперь по новой физике. Тут вообще ситуация очень своеобразная. Разработчики нас клятвенно уверяли просто то, что... танки медленнее не будут ездить. И нам показывали какие-то графики. Там Amway какой-то видос на эту тему даже пилил. Но могу вам сказать то, что, конечно, формально, может быть, динамика не поменялась. То есть у машин, да, в том плане там разгон и так далее. Но есть одна важная вещь. Это уже заметили все мои коллеги. То есть уже все про это говорили, все, кто играл. То, что теперь танки, они... стали ватные. Как это объяснить? Просто, ну вот, простой пример, который всем сразу будет понятен. Это то, что... такое ощущение, как будто пинг 150, короче, когда ты играешь. То есть танк, когда ты поворачиваешь, он слушается тебя не сразу. Хотя сейчас попробую это показать. Вот смотрите, я еду прямо, сейчас нажму вправо, громко, чтобы вы слышали. Вы видите, как, сколько времени происходит, проходит с того момента, как я нажимаю кнопку, и танк начинает поворачивать. Может быть, это реалистично. То есть, ну, в реале тоже, как бы, танк, когда, грубо говоря, рычаг дергают, не сразу реагирует. Но, во-первых, у нас игра с вами вообще ни разу не про реализм. Во-вторых, у нас и так в игре проблемы с быстрыми танками, ну, с легкими, в частности, да. То, что, ну, класс мертвый просто. Никто на нем не играет, только ради ЛБЗ играют все. Вот то, что танк теперь стал как вата ездить, и теперь на нем приходится постоянно, как это сказать-то, теперь на танке приходится как бы... Отлично уже. Заранее, как бы, я не знаю, что ли. То есть приходится нажимать... просто нажать кнопку не получится. То есть нужно заранее ее нажать, чтобы танк повернул так, как тебе надо. Это просто отвратительно. То есть именно по той причине, что... и без этого на быстрых легких танках и на средних танках с высокой скоростью играть довольно непросто. Вот, а теперь стало еще сложнее. У нас опять все забили на один план. Лучше традиции этой замечательной игры. То есть, может быть, да, он также быстро поворачивает. Может быть, он также быстро разгоняется. Но он делает это с задержкой. То есть тебе приходится заранее нажимать поворот, чтобы он повернул тогда, когда тебе надо. А раньше такого не было. То есть раньше нужно было нажимать именно в тот момент. То есть это, конечно, дело привычки, возможно, мы привыкнем. Я просто не понимаю, зачем было вообще это делать. То есть у меня сложилось стойкое ощущение, что это какой-то баг. То есть то, что это дело сделано было не специально. Но у меня тогда вопрос, если это баг, то
извините меня, вы физику тестировали несколько месяцев, там полгода, наверное, больше даже. Вы что, за полгода не могли это понять, что вот я нажимаю вправо, и танк поворачивает через полгода только, теперь влево. Это еще было так сложно понять, что ли, или что, я понять не могу. Кто занимался тестированием этой физики? Почему никто это не заметил на фазе тестирования? На стадии? Что сейчас только в глаза это бросается всем. Отлично просто. Команда сходу уже заглотила. Ой, жесть какая-то вообще. То есть, да, может быть, вот когда по мне попадают, то есть, вот эти приглушения, то, что типа контузия, опять-таки говорю, ну, да, может, это круто, но это, блин, бесит, это неудобно просто. Меня это раздражает, мне это не нравится, капитально не нравится. Надо было перезарядить барабан, что-то я завтыкал. Вся команда, ну, понятно, все уже, все отдались, все ясно. Мне просто вот интересен ответ на один вопрос. Это специально так было сделано или все-таки это баг? Если это баг, то это исправят, конечно, со временем, но... У меня почему-то есть большие подозрения, что это специально сделано было. То есть, ну, как бы это было осознанное изменение в игре. Только вопрос, говорю, если это так, то зачем? Просто какая польза от этого? Блин, Т-10, вот нахера ты поехал один, я не понять не могу. Хотя я в свете, вот жопа. Похоже, это он-то меня вряд ли бы засветил. Скорее всего, там Т-71 или Спайс светит. Надо не дать встать второму на захват, но ни снарядов-то ни хрена нету уже. Получилось сбить захват, отлично. Так, борщ едет меня убивать, это значит, что нужно разворачиваться. Помочь нашему. Фух, так. Ну, как вы видите, играть-то можно, но, блин, ну, это же явно что-то не то с игрой. Господи, все посливались, жесть какая-то вообще. Блин, я не попал. Тройка молодец.
Блин, я... Сколько у них вот и 71 хп, вот это проблема. Я боюсь перезаряжаться. Сейчас давайте куда-нибудь в кусты уеду. Перезаряжусь там. Ну, я его заберу, конечно, с барабана, если повезет. Бой-то такой замороченный еще, как назло. Думал спокойно поговорить с вами, поиграть. Блин. Надо было перезарядиться уже давно, блин. Я с перезаряженным барабаном все еще. Хорош. Так, спайс он, в принципе, ваншотный там, или сколько у него хп, я уж не помню. Все, перезаряжаемся. Я на захват, наверное, встану просто. Мне что-то так влом. Это говно, ведь меня ваншотнет, ведь в фоторежиме без сведения это 100%. Тут вряд ли он где-то есть, он бы меня увидел. Или я его увидел. Скорее всего, да, он где-то там. Ладно, чё, из третий пошел его убивать, я просто что-то ссусь, честно. Ну, вдвоем-то, думаю, мы его загандошим. Он что, фугасами, что ли, стреляет по нему, тройка-то? Хорош. Ну, я не стал, во-первых, у него воин, то есть, как бы, я его и не планировал добивать. Ну, что могу вам сказать? Бой, конечно, такой ничего получился. В принципе, вытащили катку-то со строечкой вдвоем. Даже первую степень дали. 2600 урона. Ну, светил немного, но тем не менее. То есть... Короче, ребята, вывод такой, что звуки, они, может быть, и неплохие, но мне не нравится, как они звучат. Но это привычка. Дело, это как бы на геймплей особо не отражается. Это я готов простить, хер с ним. Но вот физика новая мне не нравится. То есть, точнее как, мне нравится, но мне не нравится вот эта вот задержка управления танком. Из-за нее я чувствую такое ощущение, что я играю, я не знаю, там, с Австралией какой-нибудь. То есть, что у меня пинг под двушку, просто меня это бесит. Вот, пишите в комментариях, может быть, это мне кажется, как лично ваше мнение по этому поводу. Я вам, в принципе, свое сказал, но однозначно что-то не то стало. То есть, такое ощущение, что танк чужой, ты его плохо чувствуешь. Конечно, со временем, я думаю, привыкнем, но... Я просто вообще не понимаю, зачем было это делать. То есть, да, окей, вы убрали застревание танков, там, и так далее, это все круто, но зачем было добавлять вот эту вот задержку, мне лично не ясно. То есть, я не понимаю, в чем суть была этого решения. На этом все, вам всем спасибо за внимание, всем до скорого, всем пока.